Голубой тунец. Почему не стоит есть эту рыбу? Будем разбираться. В этом ролике я расскажу об обитателе морей, которого так все любят есть. Вы узнаете, почему нужно воздержаться от частого употребления в пищу голубого тунца. Голубые тунцы обитают, как правило, в морях на глубине 550 метров. Ареал обитания этой рыбы – воды Тихого океана. Австралия, Канада, Китай, Корея, Мексика, США. Длина этой рыбы составляет 3 метра, а масса 450 килограмм. У этих рыб тело имеет удлиненную форму, которая сильно сужается к хвосту и круглое поперечное сечение. Голова большого размера, глаза небольшие, зато рот достаточно большой. И в нем расположены очень острые зубы. Спинные плавники находятся на близком расстоянии друг от друга. Плавники, расположенные на брюхе, маленького размера. Тунцы имеют окраску, которую можно заметить и у других типов рыб. В основном поверхность имеет темно-синий цвет, бока у рыбы зеленые. Так почему же стоит воздержаться от большого употребления этой рыбы? А дело в том, что тунцы содержат большое количество ртути. Также окунь и угорь тоже содержат ртуть. Содержание ртути в тунце превосходит всех других рыб. Как правило, вам не удастся купить тунца, которого вырастили без удобрений, потому что он вымер. В магазине продают рыбу, выращенную при помощи антибиотиков. Хотя одновременно с этими вредными свойствами в рыбе содержатся полезные микроэлементы. Например, селен, цинк, фосфор, натрий, железо. Кроме того, тунец богат белком, что очень полезно для мышечной ткани. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!